Очень радостно вот следить снова. Тоже дякую. Габриэль Волкова. Андрей Андреевич, добрый вечер. Имею диагноз макулодистрофия сетчатки обеих глаз. Как будет со мной дальше? Спасибо. Макулодистрофия на сегодняшний день лечится. В офтальмологическую клинику обращайтесь, они вылечивают. Там есть хорошие препараты. Пилокарпин. Есть там, можно, одним словом, это все можно лечить. Есть ли какие-нибудь действенные способы, которые могут помочь при макулодистрофии сетчатки? Народный способ звучит так. Берется яйцо вареное, куриное, разрезается на две части. После этого в одну часть достается желток, наливается небольшое количество меда и прикладывается вот этим медом и этой глубиной к глазу и приматывается. Также принимаются препараты и корректируется давление. Вот массаж шейного отдела очень хорошо делать, особенно медовый.